Дорогие наши зрители, мы снова с вами на нашем YouTube-канале. Долгое время на сцене не видно российского артиста-юмориста Геннадия Хазанова. Даже звезды некоторые уже обеспокоены тем, что не видят своего любимого кумира. Поклонники пишут нам комментарии с просьбой разобраться, куда же на самом деле пропал российский артист Геннадий Хазанов. Ведь для многих из нас он является самым большим кумиром. Мы провели собственное расследование, и через знакомых мы все-таки выяснили, что же на самом деле случилось с Геннадием Хазановым и где он сейчас находится. Оказывается, Геннадий Хазанов сейчас находится во Франции на лечении. Лечение ему прописали российские медики, но, к сожалению, на территории России это лечение невозможно. Сейчас он находится за границей, где проходит лечение, но, как говорят нам родственники Геннадия Хазанова, скоро он вернется домой, и с ним все будет хорошо. В любом случае, друзья, мы должны поддержать нашего любимого артиста. Хочется верить в то, что с ним все будет хорошо, и он вернется домой живым и невредимым. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и следите за нашими новостями, ведь завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, где вы сами обо всем узнаете. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и берегите себя.